Семена цветов – ксерантум или сухоцветник. Ярко цветущее растение. Цветение обильное, начинается в июле и длится до сентября. После высушивания соцветие на длительное время сохраняет форму и окрас. Раскраска лепестков может быть белая, лиловая, розовая, красная или пурпурная. Соцветия корзинки – махровые. Высаживают в различных цветниках, аракариях или альпинариях. Можно использовать и в одиночных посадках. Из засушенных соцветий можно создавать букеты и украшать помещение. Для этого стебли с бутонами, которые не полностью распустились, нужно срезать, собрать пучки и подвесить в темном помещении с хорошей вентиляцией. Высушенные цветы сохраняют цвет и форму на протяжении многих лет. Как указывает производитель, высота растения 50-60 см. Диаметр цветка 3-4 см. Период цветения июль-сентябрь. Приобрести этот товар и многие другие вы можете официального представителя компании «Планета Агро». Ссылки указаны в описании под видео.